Кстати, поспорьем, для трудоустройства может стать турбизнес. Направление в регионе сейчас весьма перспективное. Этнографические, экологические, медицинские и, конечно, исторические маршруты. Это лишь малая часть того, что сегодня предлагают гостям для отдыха и предпринимателям для бизнеса. Да, но есть к чему стремиться. Как привлечь инвестиции в муниципалитеты? Сегодня более 200 участников обсуждали на бизнес-форуме в Арбатском районе. Оксана Павлова подробнее. Проект «Сибирский тракт» реализуется в 9 субъектах России. Их представители и собрались на бизнес-форуме. С момента первого, который прошел в соседнем Омске, Тюменскому региону уже есть о чем рассказать собравшимся. Только за 15 год мы открыли три крупных туробъекта. Два санатория, один новый отель. В Тюмени строится 5 крупных международных отелей. То есть, понимаете, это все для нас не просто, это, знаете, как стены, стекла, там миллиарды, миллионы. Это новые рабочие места, это новая экономика. В каждом городе и районе есть история, на которой можно построить интересный и доходный туризм. Или выгодно использовать месторасположение на карте. Например, через Арбатский район проходит федеральная трасса Тюмень-Омск. Здесь местный бизнесмен построил автокемпинг. Вскоре запустит еще один. Раз и специфика района такая, что она стоит на федеральном трассе, вот сегодняшнее наше мероприятие, посвященное Сибирскому тракту, тем более проходит от 10 до 15 тысяч автомобилей. День сам Бог велел, чтобы занять этим бизнесом, предоставлять услуги. В культурном плане, конечно же, мы предлагаем им какие-то туристические карты для посещения, значит, какие-то, значит, путеводители по селу. А летом, когда семьями или группами путешествуют, люди останавливаются, водители отдыхают, а публика, которая едет, значит, отдыхать на восток или на запад страны, она просто знакомится с нашим поселком, с нашими достопримечательностями, музеем. Команда Упоровского района привезла на форум целую выставку, рассказывающую об их турпроекте. Про местное старообрядчество они не просто рассказывают гостям, а устраивают настоящий квест. База уникальная, потому что вот как раз речь идет о тех горячих источниках, о тех, значит, фазаньих фермах, о присутствии верблюдов. И на каждом этапе турист должен найти либо амулет, либо пояс, либо что-то для того, чтобы подняться на более высокий уровень. То есть он задействован в этом мероприятии, ему интересно, это захватывает. В брендовом отношении Сибирский тракт должен стать как золотое кольцо России. И в результате туристического потока будут осваиваться новые инвестплощадки и развиваться бизнес. Оксана Павлова, Евгений Петько, Тюменское время.